Накануне жители краевой столицы могли послушать вальсы и полонезы русских композиторов. Московский государственный академический симфонический оркестр в честь своего 75-летия в рамках юбилейного тура выступил в краевой филармонии. Художественный руководитель и главный режиссер оркестра Павел Коган. В Барнауле московские музыканты выступали в полном составе. Всего за месяц они планируют посетить 21 город. Кстати, к столь масштабному туру готовились 3 года. Финансовую поддержку проекту оказывает Министерство культуры России. По словам Павла Когана, именно благодаря этому барнаульцы получили возможность послушать лучшие танцевальные миниатюры Глинки, Рубинштейна, Чайковского и других композиторов. Концерт практически ничем не отличается от тех, которые музыканты дают в стенах Московской консерватории. Хоть мы и базируемся в Москве и выступаем для московских слушателей, это наша основная работа, но тем не менее сейчас у всех есть возможности, телевидение здесь играет большую очень роль, и, конечно же, интернет, и поэтому слушатели, кто любит классическую музыку, кто интересуется, знают оркестр, и настоящие любители приходят на концерты оркестра уже в городах, где мы бываем, представляя, на кого они идут, что они, какого уровня они услышат исполнение.